Не уходят ночи белые пока от нас. И я их уход не тороплю. Вот интересно. Еще только 3 часа, а уже что-то на восходе на горизонте розовеет. Хотя до восхода еще 1 час. Кстати, посмотрел по Википедии специально. Вот, в Санкт-Петербурге существует так называемый официальный период белых ночей. С 11 июня по 2 июля. Вместе с тем многие считают началом белых ночей 25-26 мая, а концом 16-17 июля. Я, между прочим, как раз среди этих многих. И по моим видео это заметно. Понимание, что любовь, в общем, вот там даже луна. С пониманием, что любовь, в общем, дар прекрасное увидеть. Белыми ночами клипов. С этим пониманием я усерднее пополняю я усерднее запас. Хотя знаю, что стремится вероятность понимания этого людьми к нулю. Ну, что поделаешь? Делай, что должен, пусть будет, что будет.